Добрый вечер. В эфире программа «В центре внимания», в студии Ирина Бочанцева. И сегодня мы будем говорить о том, что происходит в Приморской тайге, как готовятся специалисты к зимнему сезону и что ждет охотников в этом новом зимнем сезоне. У нас в гостях Алексей Суровый, первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края. И Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр». Здравствуйте. 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 Ну и начать хотелось бы, наверное, с того, о чем мы говорили с вами еще несколько месяцев назад. А именно о том, что у нас в Приморском крае прошлой зимой был снегопад сильнейший, завалило леса, территории, и мы переживали, вы и мы, о том, что будет проблема какие-то у копытных животных, мало корма, следственно, проблемы у хищников. Вот как сейчас обстоят дела? По итогам прошлого сезона можно говорить о том, что природа, несмотря на то, что сердилась вначале, да, было много осадков, но потом жалилась над животными и окружающими миром, и, соответственно, как мы знаем, осадков было не так много. Самое главное, не было оттепели, не было образования ледяной корки, и животные смогли пережить неблагоприятные погодные условия. Согласно официальным государственным данным, а также научным исследованиям, проведенным в том числе независимыми организациями, массовой гибели животных не было отмечено. Это в первую очередь, конечно, было благодаря тому, что были организованы мероприятия по непосредственной охране, то есть своевременно была закрыта охота на все виды животных. Животных не беспокоили, они не теряли свою энергию и могли яточным кормом ее восполнить. Ну, кроме того, традиционно охотпользователи на территории края и региональные заказники осуществляли подкормку копытных животных, что тоже в тех местах, где она осуществлялась, сказалось на этом. Угу. И все это потом отразилось в учетных данных. Как вы знаете, в конце зимы проводится учет копытных животных, который определяет их количество, потом лимиты изъятия. И по учетным данным количество копытных животных выросло. Традиционно на низкой отметке остался кабан, что еще ощущается впоследствии африканской чумы свиней. Но были отмечены районы, где численность кабана медленно, но стала восстанавливаться. Угу, спасибо. Алексей Леонидович, а вообще были у нас какие-то случаи нарушений, когда нарушали запреты, делали что-то не так, охотопользователи? Фиксировали такие? Ну, таких случаев были, но они случаи единичные. То есть охотопользователей мы вовремя поправили. Угу. То есть по итогу прошедшей зимы у нас все охотопользователи включились в работу. То есть они как кормили зверей, так и кормят. А в этом году они все учли ошибки. Вот заранее заготовили уже резервный фонд кормов, подготовили подкормочные площадки. На сегодняшний момент у нас уже в крае где-то более 1500 функционирующих подкормочных площадок. Охотпользователь начинает уже потихонечку подкармливать зверя, приучать его к предстоящему зимнему периоду. Да, у нас в этих районах, в которых выпали завальные снега, это 3 муниципальных образования, попадались негодяи из числа охотников, так сказать, в кавычках, которые, несмотря ни на запрет, несмотря на бедственное положение диких животных, то есть занимались браконьерством, то есть отстреливали животных. К этим гражданам, ну, у нас были самые строгие меры реагирования, вплоть до возбуждения уголовного дела и лишения права охоты. Угу. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня мы работаем в прямом эфире, поэтому задавайте свои вопросы, пишите комментарии, телефоны указаны на ваших экранах. Ну вот в целом о подготовке к зимнему периоду, как он происходит в этом году? Может быть, какие-то новые меры принимаете? Или все традиционно? Все традиционно. То есть охотпользователи заранее занимаются подготовкой подкормочных площадок, заготовкой кормов, посадкой кормовых полей, усиливают охрану, готовят технику к зиме. Потому что, говорится, готовят сани летом, да. Очень важно понимать, что охотничье хозяйство и сельское хозяйство – это разные отрасли, да. Если в сельском хозяйстве нужно каждый день кормить животных, то в охотничьем хозяйстве животные живут в своей, естественно, среде обитания, где в норме им достаточно тех кормов, которые продуцирует лес. Соответственно, помощь животным нужна именно в критических ситуациях, которые происходят с цикличной периодичностью. Кто-то считает, что это изменение климата, отдельные специалисты считают, что
Это природные циклы, которые там, каждые 5-7 лет происходит завальная зима, разные участки. Соответственно, самое главное, что охотпользователи в Приморском крае знают, как бороться с этими экстремальными условиями. И как раз зима этого года показала, что самое важное – это в момент наступления таких условий не беспокоить животных, не заставлять их перемещаться, и животные, оставшись в покое, они могут достаточно благоприятно пережить то, что с ними случится. Потому что на самом деле животное, конечно, предпочитает естественные корма. Если естественных кормов достаточно, в кормушку можно ложить все, что угодно, включая красную икру, да, украшать там бантиками и так далее, они просто не будут подходить. Это есть, потому что кедровый орех, желудь, манжурский орех и другие дары дальневосточной ноги для них привычнее и вкуснее. Кроме того, не стоит забывать, что сейчас идет охотничий сезон, и сейчас интенсивная панкормка – это только облегчение добычи животных для охотников и в том числе для браконьеров. Поэтому основные мероприятия по подкормке животных, они традиционно начинают после охотничьего сезона, то есть после 15 января. В тех районах, где будут значительные снега, либо будет чередование температурные скачки, образование ледяной корки, там будут, соответственно, проведены биотехнические мероприятия. Наша организация традиционно будет поддерживать охотпользователей, которые заинтересованы в сохранении копытных животных, тигра, ну и, соответственно, тем самым обеспечивают доступный ресурс для законопослушных охотников. Угу. Хорошо, вы говорите, цикличные какие-то природные катаклизмы, аномалии, то есть были в прошлом году, значит, уже вот в этом году чего-то такого не ждете? Самое, ну, то есть если хотим рассмешить Господа Бога, то надо рассказать о своих планах. Любые прогнозы, они неблагодарны, но мы знаем, что бывают снежные зимы, бывают бесснежные зимы, что для территории Приморского края, для большей части тоже возможно. Поэтому, что плохо, что хорошо? И то не совсем правильно, да, бесснежную зиму достаточно сложно хищникам охотиться на копытных животных, скрадывать их, открадываться. Это, конечно, благоприятно для копытных животных, что им не нужно преодолевать глубокий снег, они могут свободно перемещаться, им нужно малое количество энергии, чтобы себя обогреть. А с другой стороны, в бесснежные зимы очень сложно детенышам прятаться от пронизывающего холода, потому что земля очень сильно промерзает. Так он обычно в снегу делает лёжку с подветренной стороны. То есть везде есть свои минусы и плюсы. Угу. Единственное, знаем точно, что мы 100% не знаем, какая будет зима. По прогнозу специалистов, зима будет не многоснежной, но специалисты зачастую очень ошибались. И всегда есть такая известная шутка о том, что какая точность прогнозов Росгидрометцентра 40%. А вы, говорит, их попросите наоборот говорить, тогда точность будет 60%. Ясно. Алексей Леонидович, вот к слову об охотничьем сезоне. В этом году у нас проходит с определенными ограничениями. В чем они и чем вызваны? Ну, на сегодняшний момент у нас в крае действуют ограничения по добыче кабана. Было принято решение в начале года о том, что в связи с сокращением численности кабана из африканской чумы свиней практически в 3,5 раза, решили до 2025 года закрыть охоту. То есть, ну, вот эти результаты, эти меры уже дали положительный эффект, да, то есть в некоторых районах численность кабана стала восстанавливаться. И охотники сами даже стреляют кабанов, стараются подкормить. Это один момент. Второй момент, у нас в Приморском крае пришла беда, опять вот появилась африканская чума свиней, и на сегодняшний момент у нас на территории Михайловского района, в районе Абрамовки, там в радиусе 20 километров запрещены все виды охоты. Вот, на охота на диких копытных животных, охота на пернатую дичь, охота на пушную группу видов. Но срок действия этого ограничения, он ограничивается сроком действия карантина. Как некоторые недобросовестные средства массовой информации говорят о том, что в Приморском крае закрыта вся охота, то есть это лукавство с их стороны. Еще раз повторяю, что охота у нас закрыта только в радиусе 20 километров от Абрамовки. Это попадает Абрамовское охотничье хозяйство, попадает Кремовское охотничье хозяйство, попадает немного Харольское и Борисовское охотобщество краем.
То есть на этих территориях закрыта охота на фазана, закрыта охота на диких копытных животных. Ну, получается, они оказались в такой безвыходной ситуации, у них это нет дохода. Это требование законодательства, это для того, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней именно на территорию Приморского края, то есть на сопредельные территории. Потому что когда идет охота, то есть зверь осуществляет широкие миграции, да, уходит. Угу. А если есть африканская чума свиней, лучше зверя не трогнуть, пускай он сдохнет, потом просто его найти, утилизировать и при этом купировать вот эту вспышку. Ну а что делают охотпользователи, охотники? Они на другие территории переходят? Ну, у нас на территории Приморского края 13 миллионов охотничьих угодий. То есть 121 охотничье хозяйство, где охотпользователи ждут всех с распростертыми объятиями, вот, чтобы охотники приезжали, охотились. Тем более рядом с Уссурийском есть и Раковское охотничье хозяйство, есть и Борисовское, и Уссурийское, то же самое Харольское, пограничное, Градековское потребобщество. Пожалуйста, охотники, едьте, охотьтесь. Тем более ограничение карантина, оно будет действовать, ну, самое большее где-то до конца декабря месяца. Сезон охоты у нас на диких копытных животных заканчивается 10 января. То есть будет время, как раз можно будет поохотиться. А вот что касается самих охотников, как много у нас их в крае и как сегодня? На сегодняшний момент у нас численность охотников края перевалила за 90 тысяч. Выдается в год от 1,5 до 3 тысяч охотничьих билетов. А стало ли как-то сложнее получить эти билеты? Вот нам зрители пишут, что дороже стали путевки. Охотничьи билеты выдаются бесплатно. Это государственная услуга. Граждане могут подать заявление через портал госуслуг, либо прийти лично в министерство. То есть подать документы, это две фотографии, копия паспорта, написать заявление. В течение 5 дней оформляется результат госуслуги, да, то есть выписывается охотничий билет, если человек не привлекался по статье, то есть если он дееспособный. Ну все, и охотничий билет выдается ему либо на руки, либо отправляется в МФЦ, где ему удобно получить. Что касается путевок, у нас в этом году заработала государственная услуга по выдаче разрешений. То есть в этом году у нас на портал госуслуг охотники подали более 7 тысяч заявлений на получение разрешений. То есть это на диких копытных животных, на медведей, на пушную группу, на пернатую дичь. То есть срок рассмотрения заявлений у нас от 3 до недели. Ну, от 3 дней до недели. То, что касается охоты в охотничьих хозяйствах, то здесь охотничьи хозяйства в соответствии с данными по учету численности получили все необходимые квоты добычи. То есть если сравнить по косу или по пятнистому оленю, то квота добычи увеличилась где-то в 1,5 раза по некоторым видам. Вот. Охотники могут спокойно прийти в охотничье хозяйство, написать заявление, получить разрешение. Стоимость сбор за пользование у нас фиксирован с 2000 года, он не поменялся. Допустим, 450 косуля кабан, 1500 изюбер. Но при этом путевка в каждом охотничьем хозяйстве, она отличается. То есть она может стоить от 3000 до там, несколько десятков тысяч рублей. Потому что экономика охотничьего хозяйства с чего складывается? С услуг, которые они оказывают, да, и основной доход – это вот продажа путевок. Соответственно, эти денежные средства идут на охрану, идут на биотехнию, идут на заработную плату от егерей, заработную плату обслуживающего персонала. И в зависимости от того, какие услуги представляет общество, в зависимости от этого уже различается стоимость путевки. Угу, понятно, спасибо. Сергей Владимирович, не могу не затронуть тему конфликтной ситуации с тигром в Кировском районе. Наблюдали мы, как разворачивается эта история. Выжил, к счастью, человек. Как сейчас обстоят дела? Что с тигром? К счастью, человек не только выжил, но уже выписан из больницы. Ранения оказались не опасными и не средней тяжести, как изначально предполагалось. На сегодняшний момент идет доследственная проверка. Из тех фактов, которые можно озвучить, они понятны. У тигра есть огнестрельное ранение. Снаряд, выпущенный из огнестрельного оружия с ножным стволом, попал в голову, повредил челюсти. У тигра было обильное кровотечение. Соответственно, это достаточно серьезное ранение. Как оказалось, это был тигренок в возрасте
один год, 2-3 месяца. Почему так точно можем определить? Потому что были найдены фрагменты клыков, которые были вследствие огнестрельного ранения утеряны. Вот, соответственно, сейчас задача доследственной проверки выяснить, при каких обстоятельствах ранение получил тигр до контакта с человеком или после. К сожалению, через 2 дня после ситуации выпал достаточно большое количество снега для того, чтобы укрыть следы, и данный зверь не был обнаружен. С учетом его возраста, с учетом его травмы, с большой степенью вероятности животное погибло в лесу, и найти его будет достаточно сложно, практически невозможно. Но, тем не менее, с учетом того, что еще идет сезон охоты, так или иначе кто-нибудь на него наткнется. Поэтому сейчас ждем, пока сотрудники полиции, охотнадзора расследуют в полной мере и дадут оценку по действиям как тигра, так и людей. Ну, хотелось бы там акцентировать внимание, что это не пасека, это охотничья база, где были охотники, соответственно, это сторож охотничьей базы, а не, скажем так, человек, который живет в лесу. Надо сказать, что ранее этот тигр с этой охотничьей базы похитил собаку. Вот. Ну, соответственно, все остальные моменты будут уже прояснены в ходе расследования. То есть опять та же история, собака на привязи? Да, собака на привязи в лесу, вот, зверь ранен, вот, и, соответственно, есть все точки для того, чтобы произошло столкновение человека с тигром. Тут надо разбираться именно в причинах по получению ранения тигром, и, соответственно, в таком возрасте тигренок должен был быть самкой, самки нет. Соответственно, самка тоже пропала, тоже причины ее, почему она отсутствует, пока тоже неизвестно. Ну, еще один молодой тигренок к нам из Хабаровска приехал. Нашли его на дороге, насколько я знаю. Ваши специалисты им занимались. Расскажите, что с ним? Тигренок еще пока до Приморья не доехал. Он был обнаружен на дороге. Возраст его 2,5-3 месяца. Это тот возраст, когда тигрята только начинают ходить за самкой на небольшие расстояния. Вот. По какой-то причине он, видимо, замешкался на дороге. Водитель его не заметил. Соответственно, удар был каким-то, ну, не прямым, косвенным, но это хватило, чтобы у него были множественные гематомы и перелом плечевой кости. Тигрица, как потом выяснилось, приходила за ним, но, соответственно, в таком состоянии тигренок передвигаться не мог. Вот, ну и тигрица, возможно, спасая второго тигренка, да, в природе такой закон, она на время оставила. Но хотя, когда забрали тигренка, она еще 2 или 3 раза приходила проверять, находится он на месте. То есть малышу повезло, потому что в таком возрасте он требуется и питание, и кровопотери у него была. Тем не менее, благодаря людям не безразличным, в первую очередь, ветеринару по образованию, который его нашел, доставили его в клинику. Соответственно, сейчас у него проведена операция, поставлена пластина на плечевой кости. Соответственно, процесс идет хорошо, и через неделю-две будет повторная операция, где пластину снимут для того, чтобы образовалась точка роста. Дикие животные, к сожалению, не понимают, что им помогает. Естественно, там нужна пластина, потому что он без конца ходит на сломанной лапе. Там нужны специальные швы и нитки, потому что он пытается разгрызть и убрать то, что ему не нравится. Но, тем не менее, все хорошо, вот стоит, потом будет, как только вытащит пластину, если вторая операция тоже пройдет успешно, и он потом реабилитируется, будет заседание комиссии, где будет приниматься решение, готов ли тигренок до дальнейшей реабилитации. Если он будет готов к дальнейшей реабилитации, то его перевезут в Приморье и начнут процедуры по подготовке к выпуску в дикую природу. Но, как мы знаем, это не всегда гарантия того, что тигр вернется, потому что предыдущий тигр, его уготовили, но он не восстановил подвижность конечности, и он уехал в московский зоопарк. Но зоопарки тоже нуждаются в чистых генетических особях для развития программы в неволе. Ну, там какая-то совершенно потрясающая история произошла в Хабаровском крае.
увидели люди тигренка, да, позвонила брату женщина, он приехал, забрал, ветеринар, но при этом он нарушил множество правил. Как говорят специалисты, нельзя ни в коем случае выходить к диким животным, даже если они маленькие, поблизости может быть все мама. Правильно. Да, потому что мама, что медведя, что тигра, даже кабана, там, изюбря, пятнистого оленя, мамы, видя, что кто-то трогает их у детеныша, естественно, они будут атаковать, и неважно, он травоядный, хищник. Даже если у белки забрать бельчонка, она тоже будет пытаться напасть. А здесь человек здравомыслящий рассудил, что ночью этого не нужно сделать, сделал днем. Ему еще раз огромное спасибо, что он это сделал, но лучше и правильнее всегда, конечно, сообщать специалистам, потому что неизвестно, в каком состоянии находятся самки. Могло бы так получиться, что жертвой ДТП стал не только тигренок, но и самка. Она могла быть где-то раненая, травмирована, и, соответственно, в таком состоянии, увидев человека, она могла на него напасть. И это бы закончилось бы трагично, как и для тигренка, тигрицы и, соответственно, непосредственно человека. Поэтому в будущем, если будут такие происходить то ситуации, то лучше выехать в зону связи и сообщить о том, что где вы это видели. Специалисты достаточно оперативно сейчас реагируют и помогают животным. Алексей Леонидович, вопрос про сельхозпользователей, фермеров и, опять же, конфликтные ситуации с тиграми. Фиксируются ли они в этом году у нас, и как вы проводите работу, как помогаете, если вдруг происходит? Ну, на сегодняшний момент у нас, по состоянию 1 ноября, было зафиксировано 152 случая конфликтной ситуации, это с тиграми, ну, что меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. К сожалению, не все граждане прислушиваются к нашим советам, то есть довольно-таки часто оставляют домашних животных, то есть в том числе и скот, безнадзорно, да, на ночь в лесу, где-то за 3-4 километра. То есть ночью не приводят их домой, не закрывают ни в бас, ни в сарай. Собак не закрывают, целая куча бродячих собак, устраивают свалки. Но в каждом конкретном случае, в каждом конкретном конфликтной ситуации специалисты выезжают на место и разбираются. А что же там произошло? А кто виноват? Хотя вот вне зависимости от того, по какой причине погибло то или иное животное, вот наши партнеры, оно центр «Морский тигр», они компенсируют в натуральном виде. Да, то есть либо жеребенком, либо коровой, либо там кормами, в зависимости от того, что человек захочет. Но так происходит не всегда, да? Не всегда. Вот. Ну, опять же, наши специалисты на место выезжают, начинают разбираться, а что же произошло, да? И, как правило, в возникновении конфликтных ситуаций виноваты сами люди. Простой пример, да, вот. Дальневосточный гектар. Территория находится в лесу, территория не огорожена. По краю стоят будки. К будкам привязаны собаки. Ну что, тигр проходит, там сидит собака, он ее хватит, все съел, собаки не стало. Либо человек выпасает лошадей, выпасает коров. Да, хорошо, если человек ставит электропастух, тогда тигр получает заряд тока, все, он больше к ним не подходит. Но некоторые же так бросают свою скотину. В итоге что получает? Человек утром приходит, а лошади нет. Лошадь задавлена. Но при этом не всегда тигр виноват. Не всегда тигр виноват. Бывают были очень много случаев, когда факт нападения, говорили сначала тигр, но когда специалисты приезжали, выяснялось, что на домашнее животное напал медведь, либо домашнее животное стало жертвой браконьеров. То есть такие случаи были и неоднократно. Вот, по каждому конкретному случаю мы разбираемся, материалы, соответственно, направляем в органы внутренних дел, чтобы они там разобрались. И нашли этого негодяя, кто это сделал. А те граждане, которые пытаются на этим злоупотреблять, ну, на этих граждан органы прокуратуры там принимают соответствующие меры воздействия. Надо сказать, что специалисты охотнадзора достаточно квалифицированные, даже если некоторые идут на уловки и выжидают длительное время, пока останки лошади, коровы подвергнутся сильному разложению, да, останутся только кости. Для того, чтобы затруднить идентификацию, кто же напал на животное, специалисты. Сергей Владимирович, прошу прощения, да. У нас, к сожалению, время эфира заканчивается. Спасибо, что пришли, приходите к нам еще. Ну а с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь, всего доброго.